Вы на канале Просто Детки, и сегодня мы с вами поиграем в игру Слизарио, так называемым, ну, мной так называемым женским или каким-то скином для девочек. Почему для девочек? Ну, я думаю, вы сейчас все видите, такая вот нянкет в виде розового котенка. То есть все девочки любят розовый цвет, особенно маленькие, но некоторые большие. Я думаю, очень красиво будет. Это будет любимый цвет для всех, кто играет женская половина в игру Слизарио. Я специально начал не с самого начала обзор, чтобы немного показать его во всей красе. То есть вот он такой, особенно когда ускоряется. Блестит, блестит, блестит. Все вокруг розовое, пылает. Красиво. Обалденно. Так. Кто захочет поставить себе такой скин, то на моем канале есть видеообзор, в котором указано, как именно это делать. Если вдруг кто-то не найдет, то можете в комментариях в любом видео спросить, как это сделать, и я обязательно вам расскажу, покажу с большим удовольствием. Так, ну в принципе, основная задача в игре Слизарио — набрать как можно больше рейтинга. Ну, у нас его сейчас не совсем прям и мало. Но вот как только что я увидел, какой-то гад ползучий с британским флагом еще хочет еще больше нас и хочет нас подставить. Поэтому нужно быть очень аккуратным во время видео. Часто очень протормозки, потому что нагрузка большая на видеокарту. То есть сама игра, плюс еще и запись. Я постараюсь быстро не слиться, как говорится, чтобы вырастить его еще больше. Ну, как это у меня получится, посмотрим. Как правило, большими становятся не те, кто хорошо играет, а те, кто не рискует. Вот какой-то залетный червячок нам в ловушку попал. Он не похож на крутого игрока. Я думаю, он сейчас раз-два и сольется. Потому что опытные игроки, они так просто не попадаются в ловушку. И как раз посмотрим, как красиво, когда такой вот розовый нянкет окружает кого-то. А сейчас нам может красный помешать. Не помешает. Червячок слился, мы благополучно набираем еще тыщенку опыта. Вот такой вот красивый получается у нас. Ай! Чуть не врезался. Это опять жадность. То есть я погнался за какими-то там 100, 200, 300. Вот как сейчас этих массы. В итоге чуть не слил 27 тысяч. Ну, не знаю, как кому, но вот рядом ползет обычный розовый червяк. Этот намного красивее. Ну, кто со мной не согласен, я не спорю. У каждого свое мнение. Я лишь говорю свое. Ну, повторюсь, даже мне, как для мужчины, он импонирует. То есть, ну, он просто красивый. Так, еще ничего. Вот, когда именно ускоряется, то смотрите, вообще. Вот. Кто-то увидел даже и сразу слился. На радостях, что увидел такую красоту. Ну, и нам подарил лишнюю 1000 массы, что не может не радовать. Так. Но мы с тобой не будем бодаться, ты крутой, спору нет. Мы будем искать более легких путей, или тех, кто спит, или тех, кто ошибается. Так, вокруг происходит много всего интересного. А я что-то не принимаю в этом участие. Надо это исправить. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот чуть не врезался. Опять хотел рискнуть окружить еще вот этого полосатого слизнячка. И получилось, что сам чуть не переиграл себя. Так, ну он умный, он знает, куда можно ползти, куда нет. Надо от него
подальше отекать. Потому что такие умные, они, как правило, только плохое делают. Так, 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 ну, что? А, не такой уж он и умный оказался. Видите, как мы его хорошо слили. То есть просто отлично. Слили его, и плюс еще сейчас окружим еще одного. Вон, смотрите, как все красиво переливается. Ай-яй-яй, тормоза. Жестокие тормоза. Ну, сливайся, чего ты? У тебя нет шансов. Не, ну шансы есть всегда. Какой-то он непонятный. Массу не пособирал. Сливаться не хочет. Неужели он думает, что приползет какой-то мега-змей, окружит меня и его спасет? Но он что-то не только его спасет и меня сольет. Ну и потом после меня его сольет. Так что лучше сразу сливаться и начинать заново. Быстрее будет. Давай экономить время и свое, и мое. У него какое-то там еще имя интересное, какой-то иероглиф. Ну ничего, все прошло благополучно. Так, что у нас тут? Вон, смотрите, как... А теперь, если ускориться, все как блестит. Вон, какая картинка интересная, да? Не знаю, как кому, мне нравится. Так, 31 тысячу массу мы набрали. Ладно, не добегать так, чтобы нас не слили кто-то случайно. Именно, чтобы не врезаться. Потому что можно так с собой красоваться, вот, что кого-то врезаться. Чисто случайно. Вот когда отдаляешь, очень маленьких червей, их почти не видно. Они могут даже не хотеть нас слить. Мы просто можем взять и пум, случайно на них напороться, когда куда-то спешим. Особенно, когда кого-то окружаем где-то. Поэтому глобальная карта хорошо. Да что вокруг нас все, он врезается. Даже не спрашивают, надо это нам или не надо. Если кто-то большой врезался, там, тысяч на 30-40. И чтобы вокруг никого не было. О, это классно. Так, надо искать какую-то жертву. Так просто ползать неинтересно, ни мне, ни вам. Так. Но вокруг, как правило... Как закон подлости, только маленькие червяки. За такими гоняться смысла нету. То есть мы больше потратим на ускорение массы, чем получим с этого червя. Так, ну что? Ай, нет, там сильно много червяков. Не-не-не-не-не-не-не-не. Нам это не подходит. Мы отсюда должны выходить. Я думал, он там один. А он там, он. С ним еще куча... Куча-куча мелких. Как я говорил, мелкие самые опасные, поэтому мы их не трогаем. Так, ну может все-таки попробуем? Ну вот говорю, что нельзя рисковать, а сам беру и рискую. И он сразу вокруг нас мелкие порхают. Видите? Не, надо отсюда выбираться. Ну, перед этим чуть-чуть покушать. Не зря ж мы старались, тут ползали. Так, но-но-но-но-но. Врезаться нам не с руки. Так, ну что-то мы заползли в самую-самую вообще какую-то нехорошую часть карты. Тут очень много всех. Не, надо ускоряться и отсюда выбираться. Потому что мы тут сольемся, я чувствую. Так. Зеленый к нам попасться не хочет. Ого, а что тут за кодло такое? Это, конечно, интересно. Ну что ж, я не смогу их окружить. А может и смогу? Ах, чуть-чуть.
Вы это видели? Я бы сейчас, не знаю, в два раза вырос бы, если бы смог окружить их. Не хватило буквально пару тысяч массы. Если бы у меня было чуть больше массы, то я бы их спокойно покружил. Да, вот таких вот обидных моментов, блин, хочется, не знаю, ударить клавиатурой об этот. Ой-ой-ой, кто ж там врезался? Не-не-не-не-не-не-не. Ну и что, это того стоило? Риск. То есть он поставил все на карту. Или он меня сливал, или сливался сам. Ну я тоже так иногда делаю, ну как бы когда поменьше немного, а когда такой уже большой, как он, смысл рисковать так. Он бы все равно меня всего не съел. Вокруг него там бы были, ну, какие-то прихлебатели. Да, ну конечно обидно, что я не смог окружить вот тех толпу червяков. Так, разворачиваемся. Там опять кто-то врезался. Причем врезаются, видите, все в маленьких червячков, как правило. То есть он куда-то спешит там, не знаю, или меня отсекти, или что-то еще сделать. И на пути у него резко вырастает такое вот невидимое препятствие в виде маленького червячка. Все, он врезался, нежданно-негаданно. Обидно, досадно, поэтому я сильно не люблю гонять на большой карте. То есть на маленькой, да, на маленьком удалении. А если на большом, то тут уже можно где-то... Особенно сейчас есть, вот, как я говорил, типа невидимые скины такие черные. Так, ну мы его не окружим, он походу мальчик взрослый и умный. У нас 36 тысяч массы. Было бы неплохо в этом обзоре дойти хотя бы, там, до, не знаю, до 50. Вот. Опять он куда-то влетел. А, я не могу их всех окружить, потому что их слишком много. А рисковать это, блин. Это блин, блин, блин. Как я не люблю рисковать. В итоге этого большого червяка всего пропустил. Ну. Но. Вот, смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, есть. А теперь смотрим. Сколько я тут окружил всего массы. А, ха-ха-ха-ха. Я хотел, сколько там, 50 тысяч массы. Ну, может, конечно, я тут и не соберу 50 тысяч. Но, во всяком случае, очень и очень приближусь к этой цифре. Ага. Вот, он сдался. Хорошо. Так, быстренько собираем все. Да, вот это был красивый слив. Конечно, тот, который от меня они увернулись, был поярче, был бы. Но, тем не менее, тут тоже там 5-6 тысяч массы мы набрали. Мне понравилось. Это было здорово просто. Ха-ха-ха. Тем более, что этим скином я вообще играю первый раз. Как бы, вот уже сейчас у нас 43 тысячи для обзора массы есть. Что, согласитесь, для первого раза даже и неплохо. Так, ну что там? А, и вот это было опасно, вы видели? Я этого мелкого просто даже не заметил. Зачем я спешил, я не знаю. Было бы очень обидно, если каких-то там вообще не знаю кого взять и слиться. Ну, он тоже слился, в принципе. По нему было видно, что он не готов серьезно бороться. Но, тем не менее, 1000 массы он нам проспонсировал. Так, 44 тысячи массы. Ну что, чем больше ты отхавался, тем, во-первых, обиднее сливаться, во-вторых, интереснее играть. То есть ты уже, кажется, можешь окружить практически любого.
Ну и вот как тогда мне не хватило буквально чуть-чуть, чтобы окружить эту всю компанию. Был бы я сейчас уже такой, как сейчас, я, похоже, окружил легко. Ну, может, и не легко, но во всяком случае окружил бы. Вот что плохо, что видите, все начинают за тобой гоняться. От них, конечно, когда там не тормозить, легко уйти. Но бывают такие моменты, когда просто чуть-чуть раз протормозило. И все. Из-за маленького глюка интернета там или компьютера. Так, ну зачем мне сюда лезть? Я не знаю, зачем мне сюда лезть. Я лучше потихоньку вот это вот подмету, как дворник. Может, даже тут чуть-чуть что-то успею. Нет, тут я ничего не успею и не хочу успевать. Блин. Обидно ведь. Сколько всего вкусного вокруг пропадает. Ну ладно, не, я лучше отсюда уйду подальше. Потому что иначе я чувствую, что сольюсь. 45 000 массы. Надо, как говорится, зафиксировать прибыль. Немного отойти, пусть они там разбегутся куда-то. Появятся новые. И мы потом нежданно-негаданно нагрянем к ним. Так. Ну, мы, конечно, палим сейчас массу, но ничего страшного. Ну, спалим немного, подумаешь. Зато потом кого-то скушаем. Ага, или нас скушают. Что-то какие-то тут все стрёмные. Опять куча мелочи появилась. Этот красный хочет в засаде сидит. Ай-яй-яй, нет, я не развернусь. Все. 46 500. Вот опять рискнул, погнался на большом отдалении и не рассчитал поворот. Но ничего, я думаю, вы и так увидели во всей красе этот новый скин, так называемый для девочек. Посмотрели, какой он красивый, как он переливается. Получили представление. Кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Просто детки. Каждый день новые видео. Оставайтесь с нами, будет весело. Всем пока-пока.